Девочки, кому же людей надо на поделки? Девочки из центра «Забота» к работе подходят творчески. Желуди, листья, ветки – не просто мусор, а материал для будущих поделок. Да и сам субботник для старшего поколения скорее праздник, чем обязаловка. Мы всю жизнь на субботниках участвовали. На Ленинском субботнике, на субботниках, на объектах, везде. Это культура производства есть, как бы культура. Живете в доме своем, да, всегда нужно снежок у дома почистить, нужно листья прибрать, дорожки порядок привести на дачу. Такая же дача. Октябрьский сквер старшее поколение выбрали не случайно. Здесь у центра «Забота» проходит множество мероприятий – спортивных, танцевальных, музыкальных. Субботник на этой территории пройдет в 3 дня. Так как желающих много, руководители решили выходить группами, а точнее – кружками. Сегодня листья убирали в основном кружевницы. После 2 часов подойдет наш грациозный кружок «Бальные танцы». Ну, завтра работает кружок «Сама себе кутюрье», «Гелиширование». В среду будет у нас спортивные игры в удовольствие и настольный теннис. То есть много-много разных кружков, и все причастны к этому событию. 1 октября стартует месячник благоустройства города. Акция пройдет по всей Вологде. Предприятия и организации будут приводить в порядок свои территории и общественные пространства. Такие мероприятия, когда все жители наводят порядок в своем городе, уже стали традиционными для Вологды. Они проходят 2 раза в год – весной и осенью. Весной у нас приняли участие в весеннем месячнике. Более 7 тысяч горожан, было собрано 100 тонн мусора. Я думаю, что на осеннем показатели будут не меньше. Заявочный этап уже в полном разгаре. И на сегодняшний день более 50 предприятий подали заявку. Мы подготовили порядка 100 мест, где необходимо навести порядок. Активно участвуют в субботниках ТОСы, управляющие компании, школы, детские сады, спортивные учреждения и центры доп. Образования. Всем, кто желает сделать свой город чище, можно позвонить по телефону горячей линии 72 15 34, оставить заявку и узнать всю информацию. Карта субботника охватит весь город. Татьяна Рыжкова, Михаил Прыщев, Вологда РФ.